Что мы все-таки будем делать по поводу наших вот этих 1000 человек? Потому что сейчас наличие мы можем только вот 300 человек туда перебросить до 10 декабря. Ну вот эти 300, они уже по-любому на 7 декабря уедут. Те оставшиеся 800, все-таки я думаю стоит 1100-1200 отправлять, это 800-900 билетов дополнительно. Надо разместить на 8-9, они приедут как раз впритык к 10, 10 они там. Как раз-то весь авангард будет в куче. Но с Маратом Салиховичем можно поговорить. Все-таки 200 человек-то надо добавить, потому что 1000 мало будет. А мы найдем способ перебросить их в Москву к этому часу? Мне кажется, нужно как-то и ЖД, и авиабилеты. Нет, авиа отпадает дорого. Поедут только железнодорожным транспортом. Вот. Но там же еще у нас... Так, вот... что вы обсуждаете вот сейчас? Вот сейчас что? Сейчас, ну, 300 уехало уже, считай, человек, билеты взяты. Нужно чуть увеличить количество отправленных. То есть... Слав, 1000 человек, более чем по 200 на один этот пикет. Вот так вот хватит. Ну, может, все-таки добавить, потому что Москва... Слава, это нам не... Ну, в смысле, дороговато выходит. Так, и вот эти зеленые, сколько же на это тратить? Самое главное, надо решить вопрос, чтобы Навальный и Венедиктов 13 декабря были в Москве. Ну, мы решим этот вопрос, они там будут.